Добрый вечер! Вы снова на канале «Успорт». С вами я, Виктор Палыч, и разрушители спортивных мифов. Сегодня в выпуске мы проведем эксперимент над живым человеком и узнаем его психоэмоциональное и физическое состояние в процессе и после 100 бросков прогибом. Вы что, с ума сошли, что ли? Ты уже снимаешь? Сегодня в нашем эксперименте нам будут помогать два опытных тренера по вольной борьбе клуба единоборств «О-спорт» Вячеслав и Иван. Мне кажется, надо куда-то. Ну не начинай. Все, готов? Этот пес смеется, заколебал меня. Твою мать, все опять подумают, что мы наркоманы какие-то. Единственный человек, кто согласился на этот опаснейший и непредсказуемый эксперимент, наш хороший друг Максим. Всем привет, я Максим, и мой вес 108 килограмм. Перед проведением эксперимента нам нужно провести хорошую разминку. Хочется сказать одну важную вещь. Не пытайтесь повторить это дома самостоятельно, потому что все наши эксперименты и разрушение мифов проходят под присмотром настоящих профессионалов и опытных врачей. Можете не сомневаться в этом. Бросок прогиб является одним из самых зрелищных бросков. О правильности выполнения данного броска вы можете узнать из наших обучающих видео. Ссылочки в описании. Первые тесты на проверку координации перед началом бросков. Прошу вас. Первая пробная проходочка по канату. В одну линию, руки в сторону, смотрим перед собой. Так. Опа! Уже шалят нервишки. Никакой фальши. Все предельно чисто и понятно. Итак, сейчас мы с Максимом выучим одну скороговорку, которую в течение всего эксперимента он должен будет проговорить после 25 бросков. На дворе трава, на траве трава. На дворе трава, на траве трава. Смотри, когда будем бросать тебя, Иван, руки, вот я забираю захват, смотри. Руками тоже. Руки не распускай, в сторону не выставляй. Вань, покажи, как надо. Надо нежности. Как нельзя делать. Руки вот так выставишь, сломается рука, понял? Сюда руки свои держи при себе. Первый бросок! Я считаю. Раз! Ой-ой-ой, тяжело, пошел на второй. Оп! Два! Посмотрите, как ребята работают таз. Я уже говорил, что ребята профессионалы, но я не думал, что такого класса. Я подрываю бетонный снег, я не жалею никого сидел. Все мои пули. Я подрываю бетонный снег, я не жалею никого сидел. Все мои пули. Я убиваюсь, как ебаный демон. Чтобы слова мои все пошибали, как острые пули. Еще раз хочется сказать, не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Приходите заниматься в клубе единоборств «О-спорт», здесь вас научат кидать точно. Как Усейн, я по-твоему мертв, как Усейн. Я по-твоему агрессор Юсейн, но по-моему ты много куришь, сын. Что потом, расскажите мне дауны, что потом. Вы потоки метафоры, бить это так, поразительно. Да, опа, молодец, хорошо идешь, отлично. Касание, раз, касание, два. И скороговорочка. Саша. Не ты, Максим! На дворе трава, на траве дрова. Молодец, продолжаем. Как? Настрой? Все в порядке. Все отлично? Да. Эксперимент продолжается? Конечно. Вячеслав? Спокойно. Спокойно, он даже не задышал. Все спокойно.
Бить всю мелитаринги. Бить всю мелитаринги. Живи с ковра не уйду. Живи с ковра не уйду. Ну это просто сильно сегодня. Мы приближаемся ко второму тестовому заданию. Красивый. Давай. Есть. 50. Принял. Опа. Пошли ошибочки. Нос. Левая. Правая. Великолепно. Хоп. Смотрите, он еще. На дворе трава, на траве двора. А теперь еще быстрее. На дворе трава, на траве трава. Еще раз. На дворе трава, на траве трава. Быстрей. На траве двора, на дворе двора. Великолепно, броски просто великолепные. Ребята, чувствуется, что они подготовились. Спасибо Максиму еще раз хочется сказать за то, что он смог найти время прийти и поучаствовать в таком эксперименте. Итак, состояние спортсмена оценивается как хорошее. Не сказать отличное, потому что все-таки были допущены некоторые ошибки, но, в принципе, координация сохраняется, речевые функции тоже, ну и настроение его не становится хуже. А мое тем более... Какой? 75-й. Угу. Великолепно. А теперь координационные вопросы. День рождения жены. 11-11-91. Жена? Жена не отвечает. И мы не можем проверить правильность этого ответа. В каком году был основан наш великий город? 1703. Что за ответы такие? 1703 год. Вот это уже правильнее, молодец. И скороговорочку. На дрове трава, на траве дрова. Великолепно. Продолжаем. 25-ка. Опа, опа. Это филигранно проводятся броски и... Что тут еще добавить? Можно смотреть на 4 вещи. Как горит огонь, течет вода, работает человек и великолепные броски прогибом двух очаровательных тренеров клуба «Динобокс ОСПО» Вячеслава и Ивана. Хорошо. Смотри, вы замешкаетесь, смотри. 87. Должны сейчас приготовиться. Последние 10 бросков идут в максимальнейшем темпе. Все, десятка пошла. Последняя десятка. Максимально. Быстрее встаем. Быстрее, быстрее. Быстрее. 92. Быстрее. 93. Пошла. 94. Еще быстрее. Я хочу видеть тест. 95. 96. 97. На дворе трава, на траве дровора. Вы понимаете, что здесь закаляется характер. Этот парень только что перенес 100 бросков прогибом. Он жив и цел и еще может говорить. Поэтому мы говорим вам о том, что человек может все, несмотря даже на то, что его бросили 100 раз прогибом. Ты понял, блин, это импровизация? Несмотря на то, что Максим у нас не профессиональный борец, очень хорошо подстраивается под прием. Его очень удобно бросать. Молодец. 108 килограмм дубу. Думал, будет намного тяжелее, но ничего, справились. Надо отдать должное им, что кинуть 108 килограмм каждые 50 бросков. Я думаю, что это очень много стоит. Я устал, хотя кидали меня, но я немножко устал.
Спасибо, эксперимент удался, мне очень кажется, очень круто. Это же первый для тебя такой был, ну, что именно ты пришел на бросковую тренировку, считай, да, так провел ее? Да, никогда борьбой я не занимался, занимался тайским боксом. Нет, никогда меня не бросали, тем более столько раз, это точно. Итак, это был очередной эксперимент клуба единоборств «Спорт». Спасибо вам, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик. Всем спорт, всем о спорт. Я понимаю, но все равно вес такая. Ну это мой вес, я 98 вес. Не, у вас молодец, что ты просто хорошо тренируешься, ну и летишь, за это удобно. Знаешь, некоторые скажут. Потому что кто боится, он боится приседать. Кто боится, он еще, он просто такая. Там можно его башкой воткнуть, как бы. Так видишь, хорошо. Now every day we looked up at the ceiling, watching ceiling fans go round, trying to catch that feeling off instrumental. Had my pencil and plus my paper. We caught the 86 flop on your head, it to the cater, writing rhymes, trying to find.